женщина – главный источник успеха мужчины. Первое. Изящная речь. Появляется у мужчины, если жена деликатно общается со своим мужем, так как он впитывает манеру речи жены. Второе. Работоспособность мужа. Если в квартире спокойная атмосфера, которая позволяет мужу расслабляться и отдыхать в доме, то у него улучшается память, логика, функции психики, меняется его статус в обществе. Третье. Разумность. Если жена подчиняется воле мужа, то он становится более разумным. Четвертое. Целеустремленность. Если жена принимает интересы в жизни мужа, то он становится невероятно целеустремленным человеком, и у него появляются дополнительные возможности для достижения цели. Если же женщина считает, что его интересы – это ерунда, то она блокирует ему все возможности для достижения цели. И пятое. Терпение. Если женщина имеет терпение к недостаткам мужа, то он также становится терпеливым к проявлению ее эмоций и капризов.